Друзья, всем привет! Сегодня хочу с вами обсудить, а точнее оборжать этот стрёмный высер Путина о том, что с этого дня, якобы он несколько дней назад озвучил, должны все покупать нефть и газ за рубли в мире. Люди, вы понимаете, насколько они держат россиян за уже каких-то просто тупых животных, что они им втюхивают вот такой вот фейк. Но это то же самое, что я приду в банк, да, например, мне нужно заплатить по кредиту или там по каким-то еще обязательствам, я приду в банк, напечатаю какие-то на ксероксе свои бумажки и скажу, вот с этого дня я буду платить вот так вот. И у них в это поверили. Представьте, россиянам, наверное, уже, дня три, наверное, даю, что им по новостям три раза в день говорить о том, что в Америке уже ходит рубль и в супермаркетах, и на заправках расплачиваются рублем, и я уверен, что 99% россиян поверят в то, что в мире с этого дня ходит рубль. Давайте коснемся чуть глубже. Не нужно каких-то прям таких вот совершенно каких-то знаний иметь, чтобы понимать, что такие договора, эти контракты, они все четко прописывают, кто, что, сколько и в какой валюте должны оплачивать и сколько лет. Эти контракты и на год есть, и на 3, и на 5, и как у Китая там на 49 лет, по-моему, они этот контракт сделали. Там все прописано, что в евро и в рублях должно. И вправо-влево, шаг-влево, вправо-шаг-влево, это чревато последствиями. И все это прекрасно знают, что нарушать контракты нельзя. И если в контракте написано, что в долларах и в евро эти страны платят, то это так и будет. И дня 2-3 назад я видел, как Скобеева там радовалась. Нарезочка такая была, как она сказала, мы становимся свидетелями новой финансовой системы. Владимир Путин заявил, что теперь будут расплачиваться все страны в рублях и за газ, и за нефть в рублях. И тут же через день показывает в их же эфире, какой-то журналист показывает, что было на саммите, и все страны сказали, что они отказываются от этого. Но маховик как бы закручен, уже люди услышали то, что на самом деле все теперь в рублях, все будут рассчитываться в мире. И это пошло. Я просто удивляюсь, насколько оболванили там людей, насколько они привыкли хавать все, все подряд, вот все. Сказали, что будут в рублях, они даже беспрекословно, все вот комментарии сейчас переполнены, боты, вот эти кремлеботы, тролли, все пишут о том, что мы покажем миру, что все отойдут от доллара и будут рассчитываться только в рублях. Все, они в это поверили, они это приняли и они этим живут. Не касаясь глубже немножко прочитать, как составляются эти контракты, у них ума просто нет.